يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات قابل التوبات الله 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 لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, уважаемые телезрители. В эфире передача, посвященная священному месяцу Рамадан. У нас в гостях Курбан Мирзаханов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Курбан, хоть вы и закончили в прошлой передаче вопрос относительно упования, то есть на кого возлагать свои надежды, на спасение, вообще на кого уповать. А тем не менее, хотелось бы уточнить один момент. Вы говорили о кораблекрушении как о самом экстремальном виде, когда человек уже не чувствует никакой поддержки, никакой помощи, и вот последняя его надежда после окончания всех надежд — это Бог. И сказали, что в менее важных, в менее сложных ситуациях также следовало бы уповать как раз-таки на Него. И упомянули вот последний, самый интересный момент, как такие вещи, как образование, отец, мать, знакомые, то есть все на самом деле на это и полагаются. То есть у меня есть деньги, человек говорит, значит, я столько-то могу как бы обеспечить, за это время у меня есть страховка, и, в общем, чувствует себя спокойно. Но для большинства, я уверен, если и не всех, телезрителей также было бы не лишним разграничить между разумным подходом к своей жизни и упованием, то есть как эти вещи распределять правильно. Такие важные факторы, как тоже образование, те же самые все условия и упование на Бога. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Я прежде чем коснуться этого ответа, попытаться ответить на этот вопрос, который вы озвучили, я хочу подчеркнуть, что то, о чем мы говорили, является нравственным качеством. Мы говорили о чем? Мы говорили о том, что аят «Бисмиллахи рахмани рахим» воспитывает в человеке единобожие, практическое единобожие. Не просто в теории, внушает ему в теории, разъясняет ему, что значит единобожие, и дает понимание того, что такое единобожие. Нет. И даже не дело не в вере единобожие, а в воплощении этого в жизнь. Это нравственное качество. Кстати, вот это вот движение, такфиристское движение, то есть ваххабизм, то, что называется ваххабизмом, салафизмом некоторые называют. Вот это движение современное, современное движение, вот это вот возникшее, которое проповедовал в свое время Ибн Таймии, отчасти, конечно же, проповедовал Ибн Таймии, а после в современном его виде, в современном его состоянии стало распространяться с помощью Мухаммада ибн Абдул-Вахаба и семьи Саудов, которые до сих пор правят Аравийским полуостровом, Саудовской Аравией, то, что они назвали. Вот это течение, то, что мы сегодня наблюдаем, их отношения, они, обратите внимание, единобожие, оно может быть, то есть то единобожие, о котором говорится в исламе, оно может быть двух разных видов. То есть это единобожие, о котором говорится в исламе, и которое мы можем встретить в преданиях, единобожие. Единобожие, оно так же, как и многобожие, бывает двух видов. Теория, практика. Да, то есть есть практика, есть детальная практика, детальная, на каждом, которая воплощается на каждом шагу в жизни человека. А есть
и нечто теоретическое, нечто из другой области, из области знания и веры. Знания и веры. То есть вера – это подтверждение, это согласие, это принятие. Принятие – это некое действие, то есть это дело, это действие. Угу. Действие, совершаемое человеком, ну, если хотите, душой человека, чтобы было понятнее. Почему душой? Потому что это есть действие, которое он совершает руками, ногами, головой, может какое-то действие, например, какие-то физические упражнения выполняете, например. Это действие, выполняемое человеком, но те действия, которые выполняются им с помощью вот этой оболочки, вот этой машины, вот этого тела, которым он управляет. Но есть действия, которые он сам совершает. Это его собственные действия, это не действия, совершаемые с помощью руки. Потому что когда мы говорим «моя рука», мы говорим «моя рука», мы не говорим «я», потому что «я» не есть «моя рука». А когда мы говорим «он уверовал», мы говорим о действиях, которые совершает он сам. Не рукой, не моей рукой, а я сам. Кто такой ты сам? Ты это рука, ты это голова, ты это туловище, ты это ноги? Mm-hmm. Нет, это нечто другое. Вот мы про этого и говорим, про того самого, который является им самим. А вера – это действие. Но дело в том, что вера может быть разных уровней. То есть вера может быть разной. То есть это действие по своей интенсивности может быть совершенно разным. Это действие. Так же, как и любое действие, совершаемое внешними органами. Например, человек, толкая, например, что-либо, толкая машину, ребенок, который толкает машину, и какой-нибудь чемпион, например, мира по тяжелой атлетике, который толкает машину. Это одно и то же действие, но в то же самое разница между ними настолько велика, что порой может даже и не поворачиваться язык сказать, что это одно и то же действие. Но на самом деле это одно, то есть интенсивность разная. Также и действия, совершаемые внутри самим человеком, они разные. И одним из этих действий является вера. И поэтому, чем сильнее вера, чем интенсивнее это действие, тем практичнее воплощена в жизнь то, во что он уверовал. То есть, тем больше места имеет в его жизни. Больше имеет, да, больше места имеет. Ну, это естественно, это очевидная вещь, да? Совершенно, но... То есть, если человек слабая вера, но он уверовал, это верующий. То есть, верующий, это значит уже обладающий нравственными качествами. Это верующий. Уже возвышенными нравственными качествами. Но есть слабая вера. Вера есть, но она слабая. То значит, и воплощена она в жизнь не в совершенном своем виде. Вот это вот, в то, во что он уверовал. Это, конечно же, мы ушли немножко далеко, потому что ислам, условием ислама не является вера. Условием ислама вера не является. То есть человек может быть неверующим, но при этом быть мусульманином. Это сказано в священном Коране. Сказано, что они приняли ислам, но не уверовали, что вера не вошла в их сердца. Это о чем говорит? О том, что люди, которые не уверовали, могут быть мусульманами. Неверные могут быть мусульманами. Неверные в том значении, что они... это действие не совершили в этом значении. Есть неверный, слово неверный, который противопоставляется исламу, и неверный, который противопоставляется этому внутреннему нравственному качеству, которое мы только что описали. Угу. Условием ислама, то есть мусульманином является каждый, кто принял ислам, тот, кто говорит, что я мусульманин, говорит, что Аллах один, даже если он в это не верит. Даже. Но этот ваххабизм, он говорит, что... Ваххабизм утверждает, что нет, эта вера является условием, то есть должна быть вера. А значит, это единобожие должно быть воплощено на практике. Да? Но они не оставляют места обратному в жизни человека. То есть они говорят, что она должна быть воплощена полностью. То есть практически они утверждают, что вера каждого мусульманина должна быть совершенной. Или ее нету. Или вообще он не мусульманин, и он кафир, неверный и должен быть убит.
Вот этот подход, он абсолютно неграмотный и немножко даже такой, как бы это помягче выразить, я не знаю, чтобы прилично звучало в этот священный месяц. Нехорошее, очень плохое действие. Я извиняюсь, Курбан, такой вопрос. Угу. Такой вопрос, если у них есть, вы говорите, что они заявляют о совершенной вере, и все, что не соответствует совершенной вере, то совсем не является верой, даже в какой-то малой степени. Вопрос, то, что они рассматривают как совершенная вера, правильно ли они указывают на эту совершенную веру? То есть их понимание, она правильная? То есть так она есть, так она и должна быть такая? Или они ее саму неправильно понимают? Нет, ну мы на самом деле анализируем, проводим глубокий анализ тому, что они утверждают. Но то, что они утверждают, то, что они, тот подход, который они имеют, он совершенно поверхностный. То есть их подход совершенно поверхностный. Они такой анализ не проводят. У них даже нет понимания подобного анализа. То есть подобных вещей даже нет понимания. Да, возвращаясь к этому вопросу, нет, понимание неправильно. То есть сама вера даже понимается неправильно. То есть теоретически вера... правильно, но он, то есть теории поверхностно то, что да, говорит, теория, это правильно. Да, теория, все искажается. То есть в теории происходит, на практике, прошу прощения, все искажается. На практике происходит так, что каждый человек превращается просто в неверного, которого необходимо убить. Почему? Каждый человек. Каждый простой человек, потому что не у каждого простого человека вера совершенна, это все понятно. Но не каждый человек, даже пророки. Почему пророки? Почему они пророков, например? Да потому что они неправильно понимают, что такое вера. Если бы они правильно понимали, они пророков не обвиняли бы, например, в многобожии. А пророков они обвиняют в многобожии на практике. Я не говорю, что они говорят, что пророки многобожники. Они фактически это говорят. Признают они это или нет? Не осознавать, получается. Да, озвучивают они или нет, осознают или нет, это не важно. Они могут не осознавать. Много чего. Человек не осознает, но что-то совершает, но это не значит, что он это не совершил. Поэтому и вера, и понимание веры неправильное. Это да, это совершенно. Я просто не хотел этого вопроса касаться. Вы спросили, я этого не хотел касаться. Я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Я поэтому коснулся этого вопроса. Так вот, они эту самую веру возводят, то есть они говорят, что или вера есть, или веры нет. Они не говорят, что вера может быть в степенях разных. Да, разной степени может быть. Нет. Но так вот, вера может быть разной степени. Это нравственное качество. Как и любое другое нравственное качество, вера является, обладает определенными атрибутами и особенностями. Например, щедрость. Щедрость является нравственным качеством. Мы восхваляем щедрость, верно? Восхваляем щедрость. Мы говорим, щедрость — это хорошо. Но здесь возникает вопрос, а насколько хороша щедрость? Насколько она хороша? Щедрость, насколько она хороша? Правильно ли? И вообще, есть ли у щедрости разные степени? Есть. Человек, разные щедрые люди, они щедры по-разному. Например, известный арабский, который запомнился на многие века своей щедростью, Хатам Таи, известный араб, он был невероятно щедр. То есть это был человек просто невероятно щедрый, настолько невероятно, что если мы сегодня будем рассказывать, допустим, современному человеку, насколько он был щедрый, он его волосы дыбом ставит, насколько, как можно быть настолько щедрым. Да, есть люди разные, есть щедрые люди, которые могут раздать, допустим, 5% своего имения, кто-то 50%, а там-то и 100%, он все отдавал. То есть у него не было вообще никакого, ничего не было, никакой... Никакого стремления, никакой любви к тому, что он, к тому, чем он владел, не было перед тем, когда перед ним появлялся какой-то другой человек. Это разные степени. Разные степени. Да, то есть он ничего не жалеет другом. Так вот, когда мы говорим, что щедрость — это хорошо,
насколько это хорошо? То есть, и если человек щедр, допустим, на 5% своего имения, плохо ли это или хорошо? Мы говорим, это хорошо, но нужно стремиться к чему-то большему, нужно стремиться к чему-то большему. Так и ровно то же самое обстоит с верой. Мы говорим, есть человек, он верит в Бога, верит, что Бог является создателем небес и земли, что в его руках находится все творение. Он верит, это все прекрасно. Так на практике он это не воплощает. То есть на практике он, ну говорим, ну это плохо, а вот то хорошо. Нужно стремиться, нужно возвышать эту веру, ну, нужно укреплять эту веру. Это единобожие нужно воплощать на практике, укрепляя эту веру. То есть вы рассуждаете в ключе, что, допустим, если это 5%, это мало относительно 100%, допустим, веры. Да. То так как это несовершенство, несмотря на то, что это само по себе хорошо, определенная группа мусульман называет, и это тоже плохо, этот человек тоже неверный, его тоже надо уничтожить. Да, ну основная мысль в том, что нужно стремиться, то есть нужно стремиться к лучшему, к совершенству, но это не значит, что то, что есть, есть плохо, нет, то, есть что есть, тоже хорошо, плохо, да. Но нужно стремиться к лучшему, то есть когда мы говорим, а где пределы, пределов нету. И человек ничего не потеряет, если он полностью доверится Богу и откажется на практике, откажется от надежды на все. От надежды на все. Но при этом это потеря надежды на все, кроме Аллаха, не означает, что человек становится безрассудным таким вот человеком, который вообще все забрасывает, просто вот как некоторые рассказывают, сидит просто... Извиняюсь, Курбан. Да. Лучше будет, я думаю, мысль закончить. Хорошо, после иншаллах. Паузы. После небольшого перерыва мы вновь вернемся в эфир. Уважаемые телезрители, мы вновь в эфире. Курбан, вы как раз подошли к изначальному вопросу, насколько я понял. Да. То есть, продолжайте, пожалуйста. Да, то есть мы говорим, что если человек... Вопрос, если вы напомните, будет прекрасно. Насколько я помню, заключался в том, что... Как сопоставить веру, то есть, и какие-то факторы, то есть, на самом деле, типа образование, ну и... другие факторы сегодня, которые культивируют и на которые, то есть вы говорили, что плохо надеяться на эти вещи, но как сопоставить наличие этих вещей, обязательность их наличия с обязательностью наличия да, веры? Вот, ну, основная проблема и основная трудность именно в наличии, потому что если бы человек не нуждался, если бы человек не видел бы нужду в этих вещах, то он на них не надеялся бы. Но вся изюминка вопроса заключается в том, что мы говорим, что человек должен пойти учиться, человек должен пойти работать, человек должен иметь отношения, дружеские отношения, товарищеские связи. Отношения, связи иметь с другими людьми. Он должен налаживать отношения в обществе, в котором живет, он должен жить жизнью этого общества. То есть, ну, в определенных рамках, конечно же. Но не надеяться на это, не видеть в этом причину своего успеха, не причину своего спасения, ни в чем. Абсолютно, ни в деньгах, ни в работе, ни в чем. Только Бог, только Бог. А почему он должен пойти работать? Почему? Почему, если он не видит в этом средства своего какого-то? Почему? Потому что Бог требует от него. Бог говорит, что человек получает только то, ради чего он старается. Бог это говорит. То есть, надеясь на Бога, как он может забросить работу,
Когда Бог говорит, что ему достаются только то, ради чего он старается. Только Бог дает только то, насколько старается, насколько человек старается. То есть есть в этом связь или нету в этом связи? Есть связь между тем, чтобы человек делал, старался, стремился к чему-то, работал, и тем, что дает ему Бог? Конечно же, есть. Давайте такой пример. Допустим, молодой человек, он еще не работает. Ему надлежало бы, допустим, учиться. Но есть немало таких людей, лично я тоже, вы тоже знаете, которые как думают, что поклонением занимаются и уходят в ритуальное поклонение. И говорят, что ну, время придет, Бог даст в любом случае. То есть получается, что он надеется вроде бы как на Бога. То есть по факту он не должен себя обеспечивать, у него, допустим, какие-то спонсоры есть. И по факту занимается ритуальными поклонениями или другой какой-то деятельностью, которая никак на, скажем так, не в будущем не обеспечит для него заработок. И когда по факту наступает момент, он идет на какую-то не совсем, скажем так, квалифицированную работу и остается в минусе. Нет, но опять-таки обратите внимание, человек верующий, неверующий, здесь нет разницы. Человек, ради чего он старается, то он получает вне зависимости от того, верующий он или неверующий. Даже неверующий человек. Угу. Те люди, если вы изучите, например, отдельных личностей, которые занимались тем или иной, той или иной деятельностью в своей жизни, например, бизнесом занимались, современные миллиардеры, ну я не имею в виду российских миллиардеров, к величайшему сожалению, здесь немножко дела обстоят немножко иначе. На Западе, например, западные крупные корпорации, в том числе и цифровые, занимающиеся цифровой продукцией. Изучите, просто посмотрите на их жизнь. Это трудоголики, люди, которые старались. То есть тот результат, который у них они получили, это не является чем-то таким вот внезапным, что каким-то. Нет, это результат деятельности, это результат работы или научная деятельность. Очень много людей, которые ученых, исследователей, которые то есть вложили дух, вложили всего себя в это дело. То есть это не какое-то озарение было, а результат долгих лет работ. Нет, но опять-таки озарение, почему не озарение? То есть дошли до озарения, значит. Да. То есть это даже озарение — это результат труда. Это не просто там человек, сидя на диване, не получит никогда озарение. Речь-то об этом, то есть мы об этом и говорим. Да. То есть какая-то деятельность должна быть, но мы же говорим о нравственных качествах, мы же говорим о нравственных и духовных достоинствах, ком является практическое единобожие, ком является единобожие, единобожие воплощенное во всем, во всех своих действиях. Это качество, это нравственное качество необходимо для человека, чтобы построить себя самого. Он должен строить себя, он должен совершенствовать себя. В этом является его совершенство, в этом единобожии. То есть мы об этом говорим, что здесь уже нету никакого смысла, нету никакого... Абсолютно теряет любой смысл, надежда на что-то из этих компонентов. Вообще теряет абсолютно всякий смысл. На работу, на даже свою собственную деятельность теряет смысл надеяться. Почему? Потому что это в том числе подсказывает и разум. То есть вот в чем, к чему, то есть на что все упирается. И разум это подсказывает. Почему? Потому что Бог является создателем всего. Он создатель всего. И противовес тому, что говорит деизм говорит, что Бог создатель, но он не управляет этим миром. То есть это такой некий такой архитектор, который строит дом и потом уходит по своим делам. И вот они такие... Автономно работает его. Да, автономно работает. Это вообще с логикой никак. То есть это логический тупик. Это парадокс. Это противоречие в самом себе. Почему? Потому что то, что не могло возникнуть само по себе, как оно может вообще функционировать само по себе, значит, то есть это и логикой доказывается. То есть это неопровержимый
закон разума, что все, что нуждается в причине возникновения, нуждается и в причине продолжение существования. Бытия. Продолжение существования, да. Поэтому этот мир, эта вселенная, которая нуждалась в Боге, в том, чтобы возникнуть, этот же мир нуждается в Боге, в том, чтобы быть. Чтобы быть. Это даже вот, это во всем воплощается. Обратите внимание, Коран, например, священный Коран. Некоторые люди, не очень умные, к сожалению, говорят, что разум является причиной надежности Корана, причиной возникновения доказательной силы Корана. Но после того, как мы убедились в том, что Коран является доводом, является доказательством, является надежным источником, надежнейшим даже источником, после того, как мы в этом убедились, больше в разуме нет нужды. То есть разум уже уходит, как Бог, который создал, как в деизме. Бог создал мир и ушел в сторону. Также и разум здесь дал начало Корану для человека. Имеете в виду, что человек принял этот Коран как авторитет на основании разума? Да, стал причиной того, что человек убедился в том, что Коран – это источник, это божественный источник, неопровержимое доказательство. И все, а когда он в этом убедился, все. То есть в дальнейшем для понимания, для того, чтобы дальше понимать Коран, уже в разуме нет нужды. Можно растоптать разум и бросить, потому что все, он уже потерял. Это не так. Передал эстафету. Да, передал такую эстафету. Это не так. Почему? Потому что то, что является причиной возникновения, он является причиной существования, продолжения. И не может быть такого, чтобы разум был причиной того, что человек уверует, примет Коран, но при этом не был причиной понимания Корана. Это полнейшая глупость. Да, мы немножко отошли от темы, на самом деле. Мы говорим о том, что это единобожие, то нравственное качество, которое мы призываем, это доказывается разумом, потому что Бог, мы говорим, доказываем, что Он... Ну, здесь, конечно, сейчас не место доказательствам, это займет очень, очень много времени, но в любом случае нужно понимать, что есть эти доказательства. Есть доказательства, что Бог един, Бог создал это небо, эти небеса и землю, и Бог... В руках Бога все это находится. Регулирует это. Все, абсолютно. То есть то, что вы дышите, то, что вы ходите, то, что вы делаете, то, что вы думаете, все это функционирует, все это работает, все это существует, все это имеет место быть только и только с помощью, с мощью, благодаря Ему. То есть Ему не нужно... Ему не нужно, Богу не нужно, чтобы ему не нужно хотеть, чтобы вы этого не делали. Ему достаточно не хотеть, чтобы вы это делали. То есть вот как обстоят дела. Ему не нужно хотеть, чтобы вы это прекратили, чтобы вы этого не делали. Нет, ему достаточно хотеть, то есть достаточно перестать хотеть того, чтобы огонь сжигал все. Того, чтобы огонь давал тепло. Все, ему не нужно хотеть, чтобы огонь не давал тепло. Это разные вещи. Да. И поэтому здесь есть это единобожие. Это понимание, это всего лишь понимание. Это осознание. Но воплощение этого на практике, в жизнь, вот это есть нравственное качество. Это уже совсем другая категория. И мы говорим, нужно к этому стремиться, потому что это достоинство. Это соответствует истине, это соответствует нравственным качествам, которые являются целью человека. Это является достоинством человека. Это как с животными. То есть, мы видим животное, которое обладает определенными качествами. Ну, например, лев обладает какой-то храбростью, какой-то дерзостью. Это для него, для льва это достоинство, верно? И мы считаем, что вот лев... является львом, потому что он таков. Да, естество его. Естество. Да, это его естество. А представьте себе льва, который труслив. Льва, который является на самом деле шакалом. Вот как шакал себя ведет. Мы скажем, что это не подобает льву так себя вести. Нет, да лев какой-то.
Да, то есть это, ну, так же и с человеком. Человек, который... Человек впитывает себя самого. То есть он становится тем, кем он должен стать, тем, кем он, ему подобает быть, когда он впитывает в себе эти нравственные качества, как лев. Uh-huh. И теряя, и лишаясь, не имея этих качеств, он выглядит как лев, который от... Безгривый, как трусливый, хитрый, подлый лес. Лев, прошу прощения. Подлый лев, который больше смахивает на шакала. Курбан, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы, точнее, я от лица себя и телезрителей благодарим вас за эту встречу. Спасибо большое. Мы прощаемся с уважаемыми телезрителями. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات